Всем доброго времени суток, с вами канал ArtMania и моя семья. Хочу я вас поздравить с Новым годом, пожелать вам счастья, здоровья, сказать спасибо, что вы нас смотрите, спасибо, что вы есть. Мне очень приятно то, что вы смотрите наш канал, что вы пишете комментарии, там я знаю, что смотрят многодетные семьи. Вот, спасибо, что вы нас смотрите. У вас много детишек, у меня только один, мне очень приятно. Да, тут Дима на заднем фоне молочко свое допивает. Да, маленький малыш. Вот, пожелать хочу вам в новом году здоровья. Здоровье самое главное. Его не купишь ни за какие деньги. Семейного счастья. Богатство, само собой. Сегодня у нас 31 декабря. У нас на улице сказка. У нас очень красиво. Первый раз, по-моему, за столько лет, уже сколько я живу, чтобы два раза в год была такая сказка. Также у нас год заканчивается, и все самое плохое мы оставляем в старом году, и будем сегодня с вами переходить в Новый год. У нас начнется в Новом году какие-то новые цели. Я перед собой ставлю новые цели, вы тоже поставите. И Новый год, многие начинают Новый год с чистого листа. Вот это. Я так думаю, что мы с вами тоже начнем с чистого листа, что-то изменим. Вот в нашем, тоже, ну, может быть, поменяю что-то в канале своем. Вот, также у меня цель в новом году набрать побольше подписчиков. Я так думаю, до 1,5 добрать. Вот. Я надеюсь, что нас будут смотреть еще. Ну и самого лучшего вам пожелать. Спасибо за просмотр. Сейчас я вам покажу Димульку и покажу, какая у нас на улице сказка, как у нас красиво. А вот и Димулька. 31 декабря. Ты у нас выглядишь вот так вот. Да? В следующем году ты совсем, наверное, вырастешь, да, зайчик? Да. Скажи, я вчера тоже готовился. Помыться, скажи, я помылся, а прическу забыл сделать. Надо было, скажи это. Ну куда же ты убежал-то мне? Надо было так ему чик-чик-чик-чик-чик. И они бы сейчас у него закручивались, а? Скажи, мама забыла. Да? Мама забыла. Куда ты убегаешь? Куда ты убегаешь? Как ты растешь, а? Как ты растешь? Несколько дней назад заметила, что он у меня вырос. Да. Вырос. Да-да-да. Покажи, как ты бегаешь. В следующем году будешь смотреть. Буду. Да? Скажи, буду. Буду. Скажи, какой был маленький, хорошенький. Танцуй, танцуй, танцуй. Вчера у нас были танцы. Танцы у нас вчера были. Ты как вырос, а? Какой ты хороший мальчик. Да? Вот такая сказка у нас на улице. Очень красиво, очень. Перед Новым годом, это первый раз такой, сколько я помню, там в 2009 или 2010 году там было, не было снега. Там после там каком-то 2009 что ли году, а нет, в 2010 году аномальная жара была. Потом, ну, летом. Зимой там перед Новым годом снега не было, а вот тут вообще красота. Так красиво. Какие веточки. Чтобы два раза за год, по-моему, это первый раз такое. Там сказка. Засниму еще со своего балкона. Не так, конечно, через камеру, это совершенно другое видно. Но это очень красиво. Особенно мне, когда я встала, увидела вот эту вот палочку. Вот эту прекрасную толстую палочку. Она красивая.
Смотрите, какая красота, боже мой. Прям сказка. Несмотря на то, что у меня год заканчивался очень плохо, ужасно плохо. И погода прям как будто мне преподнесла подарок, мол, не переживай, год заканчивается. И в следующем году у тебя начнется все хорошо. Ну, я думаю, я не одна такая. Наверное, кто-то еще есть, у кого год заканчивается плохо. Какая красота, боже мой. Так красиво. Хоть бы это все до вечера сохранилось. Или даже до завтрашнего утра. У нас с вами очень много планов на следующий год. Так что оставайтесь с нами. Будет много интересного. Димулька растет. И в любом случае я буду снимать дальше влог. Вести их. Я... Ой, как красиво. Там еще снег идет. Или снег, или слетает потихонечку. Очень красиво. Очень люблю такие вот именно природу в такой красоте. Вот когда вот прям вот все палочки облеплены снегом. И люблю, вот, когда весна начинается, первые листочки, вот они вылазят. Каждый день смотришь, как это красиво. Ну, да, кстати, у нас скоро будет весна, через каких-то 2-3 месяца. И уже мы с вами будем смотреть это все с балкона. Уже будет тепло довольно. Можно будет выходить на балкон. Какая красота! Не удержалась тут, вам решила еще поснимать. Да, что-то снег какой-то немножечко летит. Очень красиво, очень. Отсюда даже еще красивее. Тут уже все привычное, а вот туда вот дальше окна что-то такое. Дерево какое-то красивое. Очень красиво. Снег вчера нам почистили, все хорошо почистили. Как положено. Да. Через камеру, конечно, это не так видно. Но я надеюсь, что в каждом городе у вас 31 декабря такая красота. Я очень надеюсь. Всем спасибо, что вы нас смотрите, что вы пишете комментарии, нам очень приятно. Которые семейные влоги, мы и вас тоже смотрим. По возможности я также пишу комментарии, хотя сейчас перед Новым годом, конечно, времени особого не было. И вчера, по-моему, я даже уже никого не смотрела, потому что куча дел. Ну, и у вас, в принципе, такие же дела, такие же куча дел. Подготовку успеть, зарядить, разрядить надо, зарядить, ну, там фотоаппараты, камеры, там все-все. Вот. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что вы нас смотрите. Всем пока-пока.